Ну, когда поступали предложения, и когда я была готова ехать, я всегда принимала эти предложения. Во-первых, и интересно играть в чемпионате России, и всегда рассматривалась, какая цель стоит перед командой, кто тренер, кто в составе, какая на тебя будет ложиться ответственность. Как бы я не боялась ответственности и всегда знала, что если меня покупают, значит покупают для каких-то серьезных задач. Уровень ниже в чемпионате Швейцарии, потому что это чемпионат Швейцарии. Это, ну, можно сказать, очень слабая лига. На английском, на сербском, на русском. А это еще немного. Конечно, когда тебе нужно общаться, ты выучишь все, что нужно. Будешь общаться. Проблем там как таковых нету, просто организация жизни там по-другому. Если здесь там, я не знаю, можно оставить машину в любом месте, так вот, и пойти, там так не сделаешь. В Швейцарии мне больше запомнилась природа, и при наличии машины и наличии свободного дня ты можешь организовать все, что угодно. Швейцария маленькая страна, и граничит и с той же Италией, Германией. В Баку очень много хороших мест, за последние несколько лет он очень развивается. Там, первое, это, конечно, нужно прогуляться по бульвару, который протяженностью, можно сказать, чуть ли не через весь город и еще будет продолжаться. Там очень хорошо, когда хорошая погода, и можно даже взять велосипед прокатиться или на роликах, то на чем очень красиво. Много времени и много лет там провела, и много сил и эмоций тоже там оставила. И поэтому мне этот город нравится и всегда был дорог и останется в памяти. Прикольный комментарий. А ты оставил? И поставь нам лайк.